Понятное дело, что тема «Душа города» была придумана коллективным разумом Международного союза архитекторов, но обычно это совпадает с проблемой, местной проблемой того города, в котором проходит этот конгресс. И в этом смысле для нас, я думаю, любопытно послушать, что будут говорить про душу города в одном из самых модернизированных, самых актуальных, самых таких активных в поисках новых путей городского развития городе Сеуле. Конечно, это город имеет очень большую историю, и сама по себе Корея одна из культурных стран Востока и мира, в том числе, обладающая своей собственной письменностью, своей литературой. Ну, например, мое поколение даже, как ни странно, воспитывалось на корейских сказках. У нас были такие книжки. И вот эти вот наши соседи, корейцы, они всегда пробуждали у нас, у русских, большой, большой интерес. Ну и вот как будет эта экспозиция душ городов в Сеуле, конечно, очень любопытно. Может быть, даже и ответа такого конкретного не будет, а будет мозаика из этих ответов. Но всегда это любопытно, тем более, что мир сейчас сильно растерян, по-моему, по этой части. Не знает, где находится душа и как ее достать из пяток современной идеи.